2 февраля на базе школы номер 1 города Каспийска в рамках всероссийского проекта «Страна трудовой доблести» состоялось мероприятие, приуроченное к истории нашего города. Напомним, что 15 ноября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил муниципалитету почетное звание «Город трудовой доблести». В тексте указа говорится, что высокого звания Каспийску достоин за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах. Цель сегодняшнего мероприятия в том, что этот город, город Каспийск, был, значит, в числе 20 городов трудовой славы. Открытие стелы, посвященное нашим солдатам, нашим труженикам, которые помогали в годы Великой Отечественной войны. Этот проект выиграл Всероссийская национальная родительская ассоциация. И вот среди 20 городов России был выбран и наш город, город нашей республики, город Каспийск. Началось мероприятие с презентации ролика, посвященного открытию стелы, а также воспитанники образовательного учреждения подготовили для всех присутствующих краткий курс истории Каспийска. Сегодня учащиеся первой школы представят город труда славы, расскажут о том, какие у нас тут были предприятия, какие люди работали. Сегодня у нас две площадки мероприятия должны были проходить чуть раньше. Одно мероприятие 20 числа, 20 января, другое мероприятие 31 числа. Но у нас дети болели, учителя болели, поэтому не смогли мы вовремя проводить. Поэтому сегодня мы проведем эти мероприятия. Кроме того, ученики рассказали историю своей школы, которая в годы Великой Отечественной войны была первым госпиталем города и принимала солдат со всей республики. Завершилось мероприятие блоком стихотворения о Каспийске в исполнении воспитанников образовательного учреждения.